Высокие цены – не признак качества. Сельскохозяйственная фирма «Агропарк» вот уже несколько лет выращивает овощные культуры по общемировым стандартам, а главное – не на экспорт. Продукция реализуется в Приднестровье. В хозяйстве побывала Анна Овсянникова. 180 гектаров возделанной земли сегодня усеяны зерновыми, овощами, кукурузой и подсолнечником. А начинали с малого, с арбузов. За 4 года хозяйство агропарка без посторонней помощи выросло до значительных размеров. Произошло много изменений. Мы отремонтировали складские помещения, немножко технику, парк техники обновили. Добавились новые машины и решили увеличить площади под овощными культурами. Под них выделено 25 гектаров пашни. Продукцию частично выращивают из импортных семян – голландских, французских. Но все-таки значительная часть овощных культур наша. По вкусовым качествам они намного превосходят европейские. К примеру, перец сладкий. Пока что нет конкуренции среди импортных семян. В этом году мы выращивали рассаду перца, увеличили площадь под перец и обратили внимание, что нам не хватает площади, чтобы вырастить рассаду под наши потребности. И пришлось дополнительно приобрести еще одну теплицу. Свою продукцию на экспорт пока не отправляют. В приоритете расширение аграрного хозяйства. Потому овощи поставляют только на внутренний рынок. Продают, как правило, немного дешевле средней цены. Покупка холодильников еще только в перспективе. Грандиозные планы на ближайшие годы в агропарке не спешат строить. Говорят, всему свое время. Но в идеале хотели бы обустроить еще и ягодники. Анна Овсянникова, Андрей Макаренко, Первый Приднестровский.